жалко даже снести, такой ремонт там. Экскаваторщик Эльдар Хлюлин когда-то был завсегдатаем чайханы, а сегодня вот по долгу службы сносит здание. Как оказалось, заведение на Адаратского было возведено незаконно, но успело в статусе нелегала проработать целых 6 лет. Мебель все перетаскать, потом ломать. С 2005 года здесь был ларек и магазин, а после кафе. К их владельцам вопросов не возникало. Занимали они ровно ту площадь, что в собственности у арендодателя. А вот 6 лет назад сюда пришли новые арендаторы и самовольно уже к имеющейся территории захватили 150 метров муниципальной собственности и без какого-либо разрешения на строительство возвели двухэтажное здание. Постройку признали незаконной еще летом 2017 года. Но приступили к ликвидации здания только сейчас, и, как мы видим, под тяжестью рабочей техники здание просто рушится, как спичечный коробок. Прокуратура выявила незаконную постройку после очередной проверки и обратилась в суд. Хозяин чайханы право на существование заведения отстаивал до последнего. После первого решения суда о сносе ресторана подал апелляционную жалобу, но проиграл. По экспертизе этот объект признан опасным для жизни и здоровья граждан, в связи с чем и было принято данное решение суда. Хозяин кафе, установленный срок кафе собственными силами не демонтировал, поэтому сегодня здание кафе сносят силами города. Рядом со своим кафе хозяин не появился и сегодня. Все вещи на хранение отправились к его другу. Рабочая техника будет здесь и завтра, чтобы до конца сравнять здание с землей. Динара Камалова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.